один из форматов, который пользуется постоянной популярностью. Как мы помним из нашего еще детства, они всегда были рожки. Рожки, гребешки, спиральки, елочки, спагетти. Кто из нас не пробовал эти макаронные изделия? Макаронная фабрика выпускает по 60 тонн продукции в сутки. Если считать порциями, можно накормить 600 тысяч человек. Производство наше очень широкое, большой ассортимент и разнообразие видов продукции. Производим около 27 видов продукции. Если это в наименованиях, то около 200 наименований разного вида фасованной продукции. Фасовка осуществляется от 300 грамм и до 5 килограмм. Помимо этого, в новой линии будет еще 6 видов макаронных изделий. Фабрика, единственная в крае, работает с твердыми сортами пшеницы. Кстати, традиционными для макаронных изделий. В них больше полезных веществ и меньше калорий. Для твердой пшеницы очень важна определенная структура почв. Очень важен для нее климат. Не каждый район, не каждая область может возделать у себя твердую пшеницу. Уникальной методикой работы заинтересовался Китай. Сейчас фабрика ведет переговоры по экспорту за рубеж алтайской муки и хлопьев для каш быстрого приготовления. Анна Москаленко, Денис Кузьменко. Новости.